Ванная комната главы советского государства. Она сделана в форме термоса. Вода здесь остывает час за час-полтора, всего на полградуса. Имеется вешалка, окно с видом на лес, на скалы. Ванная небольшая. Здесь унитаз, отопление под окном. И вот дальше мы проходим в гостиную. Здесь вот все было очень аскетично. Ковры постелили уже после ухода Сталина из жизни. И архитектор, который конструировал эту дачу, делал всю мебель в двух экземплярах, чтобы если, например, какое-то кресло будет испорчено, его тут же заменяли другим. Здесь есть окна, тюли, шторы. Во всех дачах Сталина, а их 20 как минимум, стоят рояли. Есть патефоны, пластинки, около 4000 экземпляров. И вот такой рояль здесь на даче Сталина привезен в 1894 году. Все здесь сквозит аскетизмом, стариной. Здесь же имеется библиотека, мировая классика на нескольких языках. Еще одна комната. Это столовая. И здесь обычно принимали пищу. Это вот наша экскурсионная группа и гид.